практически, как говорится, с пеленок. То есть мне было там пару лет, наверное, 2-3 годика, и он потихонечку начал меня уже там на турнир. Я постоянно тренировался, постоянно, скажем, рос в зале. То есть у меня не было такого, как все дети, допустим, после школы шли домой, там делали уроки, там отдыхали. Я после школы приходил в спортзал. Моя цель – это воспитать, конечно, под своим руководством как можно больше таких же чемпионов, не менее там низкого уровня, чем я сам. Вот. Скажем, над этим я уже работаю, и уже, скажем, 2-3 мастера спорта, мастер спорта международного класса я уже воспитал.